Всем привет, вы на канале Мистер Кубик. Сегодняшний антураж связан не только с тем, что зима близко, но и с тем, что сегодняшнему гостю данная обстановка будет по духу. В ноябрьском обновлении появится продолжение сюжетной линии квестов в локации Ирамийский хребет. Я говорю, если что, про корейскую версию, хотя, может быть, и у нас тоже это изменение появится, но навряд ли. В конце выполненных данных квестов вас ожидает награда в виде нового ездового питомца. Выглядит он так. Здесь и рога оленя, и голова совы, и тело медведя. Не знаю, как и назвать данного питомца. Оставляйте свои варианты в комментариях под описанием. Это выглядит как итог какого-нибудь лесного анекдота. Встречаются как-то олень, сова и медведь. И боюсь представить, кто из них был самкой. Но давайте же рассмотрим, что может данный питомец. Скорость передвижения без брони 10,5 метра в секунду. Без брони у него 15 тысяч единиц хп. Броню для питомца вы получите также по квесту, и перед собой вы ее видите. Что касается его умений, то здесь есть весьма интересные варианты. Первое умение увеличивает скорость передвижения на 50% в течение 10 секунд. Второе умение наносит врагам урон в радиусе 2 метров. Третье умение позволяет в течение 3 секунд катиться вперед, поглощая 2000 единиц урона, и при этом быть невосприимчивым к ужасу. Четвертое умение позволяет в радиусе 18 метров ускорить таких же питомцев, как и вы. Пользоваться данным умением можно целых 5 минут, но при этом около вас должно находиться не менее 3 ваших сородичей, питомцев вашего вида. С этим умением могут быть некоторые неточности в переводе. Пятое умение. В радиусе 15 метров повергает 15 врагов в ужас на 3 секунды. Вот такой необычный питомец у нас получается. Как по мне, он прикольный, и его можно использовать как основного. По крайней мере, в определенных ситуациях. А как вам данный питомец? Пишите свои мысли, мнения в комментариях. Не забываем ставить лайки данному видео и подписываться на канал. На этом у нас все. Всем до завтра.